Ленские столбы украсили столичный округ. В рамках акции «Оживи подъезд» стрит-арт художник Александр Скипа сдал разукрашенный объект на территории рынка «Столичный». Стена длиной более 70 метров преображалась в течение недели. О том, как мастеру пришла такая идея, узнал Лев Нетесов. Ученик 21-й школы Александр Скиба занимается стрит-артом уже 3 года. Ранее он рисовал граффити, но позже понял, что его стиль – это портреты, живопись и природа. Чтобы украсить стену, к Александру обратился директор столичного рынка. В работе над ленскими столбами Александр отметил помощь своих друзей. Мне помогали 3 человека. Один из них – мой коллега, граффити-художник. Он занимался заливкой, то есть распространением пятен красок. А также 2 других, они помогали, поддерживали меня, носили краску. Его влечение превратилось в работу в начале июля. Весной этого года он обратился в городской портал «Ланклик Якутск». Там он написал, что хочет украсить столицу Якутии. Обсудив с редакцией, они пришли к идее начать разукрашивать подъезды. Вот у нас есть сервис «Сбор идей», где мы принимаем идеи, задумки горожан. И мы, конечно, были бы рады, если бы у нас появились еще художники, да, чтобы мы все вместе делали Якутск еще краше, еще лучше, еще удобнее. Первая работа Александра – подъезд дома по улице Стадухина. 3-й этаж красуется портретом и панорамным рисунком. По словам жителей, работа длилась около 2 недель. Такое искусство не только радует глаз, но и закрывает поврежденные участки. Ну, до этого у нас тут вон стены все были расписаны, как раз вот на этом месте. Вот. До сих пор там, может, остатки обшарпанные были местами. Выходишь, приятно, радостно глазу. Здорово, молодец. Сегодня в планах у Александра еще несколько домов, жители которых тоже хотят выходить на улицу с хорошим настроением. Ведь кто захочет мусорить и пачкать подъезды, когда на скучных стенах нанесены красивые рисунки? Лев Нетесов, Иван Семенов, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск.